В Айнинском районе на севере Таджикистана медперсоналу и врачам снизили зарплату. Об этом пишет Ахбор Ком. Главы центров здоровья Айнинского района ранее получали 1130 самани, около 110 долларов в месяц. Но с марта им уже два месяца как выплачивают на 300 самани меньше, всего 830 самани, примерно 80 долларов. Это произошло одновременно с тем, что президент Имамли Рахмон публично дал соответствующим органам задание о повышении зарплат медперсоналу персоналу и врачам в два раза. В местной администрации бухгалтерам медучреждений заявили, что главы центров здоровья ранее получали слишком большую зарплату 1130 самани или 110 долларов. Но в районном бюджете нет средств продолжать платить им такие деньги. Зарплаты врачей были урезаны в дни, когда объем их работы намного увеличился из-за пандемии коронавируса. Врачи считают урезание их и без того мизерных зарплат верхом несправедливости. Но в то же время Время врача Нинского района на прошлой неделе получили так называемую гуманитарную помощь от имени президента Мумли Рахмона, а именно врачам раздали по 2 килограмма картошки, 2 кг лука, 2 кг гречки, 2 кг перловки, 2 литра масла и по 10 килограмм муки. Неужели Анинский район, считающийся одним из промышленных районов республики, обеспечивающий госбюджет за счет своих многочисленных месторождений угля, золота и других ценных металлов, не в состоянии платить своим врачам даже их мизерную зарплату в 1130 самани? попрошает один из местных врачей, пожелавший сохранить анонимность. Раздачу же по 2 килограмма картошки и лука врачей региона в разговоре с журналистами сравнили с конфетой, которой пытаются обмануть маленьких детей.